Итак, ребята, это будет видео. Я вам хочу кое-что рассказать, объяснить. Уже давным-давно у меня на канале не было влогов. Причина простая, ничего интересного в нашей жизни не происходит. Вот одна из причин этого, одна из причин того, что у нас ничего не происходит, вот эта игра RDR2. Она меня затянула с головой. Я хожу утром только в магазин за водичкой. Никуда не хожу гулять. Сижу, рублюсь в эту игру. Вот. И вечером делаю стрим по этой игре. Но делаю стрим по прохождению сюжета. Вот здесь очень много дополнительных миссий. Я решил сегодня записать видео, как я прохожу, по крайней мере, одну из дополнительных миссий. Это будет как бы вместо влога. И пока буду проходить немножко, ну, расскажу, что у нас. Я говорю, рассказывать нечего, ну так, по мелочи. Расскажу, что все нормально, Рита работает. Мама чувствует себя хорошо. Я, кстати, был у нее вчера. Вот. Нет, не вчера, позавчера. Сходили мы с ней в магазин, купил я ей лекарства, в аптеку сбегал. Вот. Все нормально, ребят. Слава богу, все живы, здоровы. Вот. А эту миссию я... Сейчас мы ее начнем. Тут надо, значит, нам перебраться кое-куда. Сейчас пойдет информация для тех, кто смотрит мои стримы, кто наблюдает за прохождением мною этой игры. Вот, если вы помните, там в третьей главе, по-моему, да, в третьей главе была такая ссылка на Ромео и Джульетта. Вот, такие двое влюбленных из враждующих кланов. Вот, не буду, конечно, все это повторять. Так вот, сейчас наш главный герой Артур Морган, вот он. Получил письмо. Получил письмо от Пенелопы. От этой вот Джульетты. В этой игре. Нет, тут долго стоять нельзя. Тут сразу развивают события. Подошел, значит, мужичок. Хочет поговорить. Я почему стал записывать еще это видео? Вчера тоже я стрим проводил по сюжету, а после этого играл уже без сюжета. Тут такая интересная, так интересный сюжет повернулся. Вы помните, здесь в этой банде есть ростовщик. Вот. И он постоянно дает нашему главному герою задачи выбивать долг у должников. Вот я не знаю, когда он успел тут уже надавать людям кредитов. Они вроде только недавно перебрались в эту местность. И опять, значит, и так лучше сделаем. Артуру пришлось ехать и выбивать долг. Но здесь ситуация развернулась совсем на 180 градусов. Два долга надо было выбить у очень бедных семей, несчастных людей. И появился выбор, простить долг или забрать долг. О, парнишка, чек. В обоих случаях я выбрал простить долг. После этого возвращаемся в лагерь. Артур Морган подходит к нашему ростовщику, Штраус его фамилия, немец, и выгоняет его из лагеря. Швыряет ему пачку денег своих личных. И говорит, чтобы тебя больше здесь не видели. И выгоняет его из лагеря. И за счет этого, вы посмотрите, что со мной случилось. Эта самая карма стала максимальной. Вот. А сейчас мы отправимся. Письмо мы получили, я сказал, от этой, от Джульетты. И она нас ждет. Сейчас мы отправимся в город Роудс. Оттуда недалеко до нее добраться. У нас есть быстрое перемещение. Вот. И в Роудс мы отправимся. Вот такие дела.
Так что вот у меня вместо влога будет такое видео сегодня. Может, и надо было мне это и раньше. Очень много интересных дополнительных миссий. Но если их проходить на стриме, ну, не знаю, я тогда очень долго бы проходил эту игру. У меня всего лишь 2 часа есть вечером для прохождения стрима. Вот, настроил я. Да, я уже говорил, что я купил новый монитор с разрешением 2К. Вчера впервые я играл на нем. Но что-то я не сообразил и не настроил программу OBS. И вчерашняя трансляция была в формате Full HD. Сейчас у меня все настроено. И это видео уже записывается в формате, ну, в разрешении 2К. 1440, в общем. То было 1060, сейчас 1440. Кто понимает, тот меня понял. Так, идет загрузочка. Вот. Я надеюсь, качество будет хорошее. Это, кстати, не трансляция, это запись видео, но тоже через программу OBS. Вот этот городок Кроудс. Дождь, по-моему, идет. Ну ладно, нам это пофигу, дождь, не дождь. Не так-то далековато. От первого лица вид. Вот так я оставлю. Итак, давайте посмотрим по... Ой, ну да, карту можно и так открыть. Она где-то здесь недалеко назначила ему встречу. Это Пенелопа ее зовут. Вот. И мы к ней сейчас нарисуем маршрут. Какой-то как-то странно маршрут нарисовался. Но это по дороге. Здесь можно напрямую через железную дорогу. Сейчас. Чтобы время не терять. Поскакали. Сейчас там дорога должна быть. Ну вот, я думал, будет красивая картинка. Надо же, как не везет. Дождь пошел. Так, подождите, дорога. А почему она мне? А, нет, мы как скачем прямо, так и скачем прямо. Тут гор нет, так что проскочим через поля фермерские, через овраги. Вот. И просто узнаем, что же там у нас за... миссия с этими влюбленными молодыми людьми. Что с ними случилось? Опять я, наверное, никуда скачу. Ну вот, по идее, уже напрямую выехали. Блин, жалко, что так игра повернулась, что сейчас очень плохая погода. Я люблю, когда хорошая погода в игре. О, как мы быстро прискакали к этому домику. Значит, она находится здесь. Мы сейчас спешимся и пойдем ее искать. А скорее всего, она в этом вот домике находится. Что же мужик? Мужик, очевидно, бот. Ну, давайте, где она? Вот она сидит. Пенелопа Брей. Так, давайте. И, значит, поздороваться. Что тут пойдет? Да, мы пришли. История настоящей любви, часть 5. Это, очевидно, завершение этой цепочки. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her. Она борец за права женщин. Их лидера убили. You met them there. Animals. О чем она пошла? Возлюбленного уже забыла? Есть только права женщин. Lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Отвезти ее на станцию. А, там будет ее ждать Бог. Вот. Ромео ее там будет ждать. If they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. В Бостон направляется.
Ну ладно, значит, ее надо отвезти на станцию, посадить в поезд, я так понял. И там она встретится со своим Бог, со своим Ромео. Ну давай, те отвезем. Садись. Так, интересно, тут будут перестрелки? Что-то в последних миссиях столько много перестрелок. Так, что-то я не туда поскакал. Стой. Вроде погодка наладивается. Вот нам туда. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Ну, все, поехали. Тут, в принципе, недалеко до станции-то, если они имеют в виду станцию города Роудс. Но только что оттуда. Рис какая. Да, эта линия будет завершена, это пятая часть этой линии. Я так и знал, что что-то еще будет с этими Ромео и Джульеттой. Я по привычке смотрю на тот монитор, как будто там в чате кто-то есть. Так, тут я не буду никуда сворачивать, поеду как по GPS, все-таки это уже не один еду. А с дамой? Мечтаю сейчас диалог. Они, в принципе, пока... А, ну вот, тут можно уже срезаться. Ничего интересного в таких диалогах не бывает. Если ты понял развитие сюжета до того, как начал скакать, то можно не читать. Потому что довольно неудобно следить за дорогой и читать титры. Жалко, очень жалко, что эта игра не озвучена. Но, в принципе, GTA — это тоже Rockstar, ведь. У GTA тоже... В любой серии GTA нет озвучки. Официально. Так, ну вот, вот станция. Да, я знаю, это станция. Встретись с Бо. Так, ну давай, спешимся. Бо, очевидно, вон он стоит. Красавчик. Ромео. Пошли. Давай, 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 давай. Ну. Ну, вперед ее. Надо было ее пропустить вперед. Ну, все, влюбленные сошли, соединились. Ромео и Джульетта. Надеюсь, у них все будет хорошо. Кстати, сейчас надо, вот если предложат деньги, можно. Если можно отказаться, тогда можно отказаться. Потому что деньги Артуру уже не нужны. Потому что, как мы вчера выяснили, у него туберкулез, и ему осталось совсем немного. Чего, им еще деньги купить? Билет купить им что? Ну, купить билет. У них и денег нет. Тоже мне. Да, откуда влюбленные деньги? Hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Он впервые касцена с диалогом с этим кассиром. Ну, два билета. Так, все-таки что-то началось. Какой-то экшен начался. Их можно застрелить, или их надо будет лупить? Не, давайте я попробую. Кулачным бою победить. На, ну, ну. Облок. А, получи еще раз. А теперь я блок. А, получи еще раз. Ух ты, гад. Какой мощный-то. И твое. У меня одного вырваться. Похоже, я сейчас завалю миссию. Надо было брать пистолет. Вообще-то один уже готов. Этот жилистый.
Фу. Еле справился. Нет, грабить не будем. Нам деньги ни к чему. А еще и в поезд с ними сесть. У меня билета нет, я только 2 купил. Или так должно быть? Да уж, семейки у вас. Монтеки и Капулетти, можно сказать. Все, давайте счастливо. Жить вам долго и счастливо. Детишек побольше. There's good people in this county, but our families bullied them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this city. Ну вот, наверное, я, если эта миссия сейчас закончится, надеюсь, больше никакого экшена здесь не будет, то это видео у меня сегодня появится на канале. Нет, похоже, экшен еще будет. Да мать твою за ногу. Ну это, там была одна семья, теперь другая. Но этих же придется стрелять. Ребята, устраните громил. Так, стоп, надо взять. Вот так, оружие. Нет, ты давай выходи. Так, не убежу. Почему он не выходит на платформу? На платформе это было проще сделать. Во, тут спрятался. Прятался, я сказал. Заставьте поезд тронуться, да блин. Один экшен кругом. Машинист, ты что там тормозишь? Е. Разогнать поезд. Это мы сейчас сами поездом будем управлять. Вообще красота. Ведите поезд по направлению Форт Рикс. Ну, погнали. Гудок дадим сейчас. О, круто. Не, игра замечательная. Позвонить в колокол. Надо реально колокол звонить. И он не все время звонит. О, надо хорошо раскачать. И мне больше будет нравиться. Вот, я думал, быстро эту миссию пройду. Ой, какие зубры, на них бы поохотиться. Сколько там мяса. Это видео длинным получится, наверное. Ну что, пока едем. Чего еще рассказать про нас? Все хорошо. Рита работает сегодня, кстати, 15 число. Сегодня будет у нее первая зарплата. У нас теперь с ней одинаково. У меня 15-го пенсия, у нее 15-го зарплата. А 31-го, по-моему, или 30-го, нет, 30-го числа, января еще, она получила аванс 5 тысяч. Вот, сегодня остаток получит. Так что, все не так уж плохо. Этот монитор, Philips, я купил за 15 тысяч, я принес приглашение. Все у нас нормально с бюджетом. Вот, а ведь нельзя тут поменять никак. А, можно вот так вот назвать. Ой, луна.
сейчас. Какая станция там была? Ричтек, она тут недалеко. Ну, пока нет, тормоз, кнопочка неактивна. Нет, это не та станция, проезжай дальше. Едем из остановки. Надеюсь, встречный поезд нам не покажется. Вот, ребята, это не значит, что я теперь вместо влогов буду все время вот так делать. Хотя задумка интересная. Вот. Рита мне вчера сказала, говорит, 23, по-моему, февраля. Ну да, 23 февраля праздник. Так, все, картина пошла. Можно ничем не управлять. У нас в городе тут будут какие-то интересные мероприятия. Может быть, я вот 23 февраля, если с ней пойдем гулять, там что-нибудь еще поснимаю и получится влог. Так, приезжаем мы на какую-то станцию. Я забыл название станции. Но сейчас я уже не управляю. Так. О, тормоза. Я надеюсь. Миссия сейчас будет закончена. Вот такая дополнительная миссия. Не хотелось мне на нее терять время. На стриме время всего лишь 2 часа 7. Если не хочется сюжет проходить. Но вот такой вариант. A gentleman, sir. Да, I'm a gentleman. Yes, you are. Here, I ain't got much так, money, вот but сейчас денег надо, если worth a lot of money? Можно будет, old то откажешь. Family heirloom. That Braithwaite treasure. Так, отказаться, Эф. Нафиг ему деньги, он. I couldn't take it. No. Let's get you off to Boston. Он смертельно болен. Before any more your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Yeah? This couple is heading up north to the Boston line. They got money. А дальше на дилижансе я не уезжаю с нашей локации. Sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? Ну все. Счастливый финал любовной истории Ромео и Джульетта. Эй, блин, прослушал, что он тут говорил. On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. Ну, в общем. You're a fine man, sir. Just get out of here. Holy. Yeah. Вот такая игра. Она меня захватила, увлекла. Ну, вот как плюсов нет. Задание выполнил. История настоящей любви. Это уже 5-я часть. Стемнело немножко. Все-таки вам чуть-чуть красот покажу этого мира. Мы сейчас, здесь есть такая возможность разбить лагерь, вот, потом поохотиться, принести добычу в наш общий лагерь или отнести мяснику и продать ее. Вот, но мы сейчас, можно поспать, пропустить время, допустим, до дня. Пробел нажмем. Днем, я надеюсь, будет хорошая погода. И немножко покажу. Так, а сколько у меня? О, 23 минуты уже получилось. Как хороший влог вышел. Но я говорю, у меня нечего рассказывать про нашу жизнь. Все у нас, ребята, хорошо. Вот, лошадка. Так, нет, стоп. Я забыл самое главное. Надо свернуть костер, чтобы тут не устроить лесной пожар. Все делать по уму. Охраняем природу. Дикого Запада, американского. Ну и вот такие дела. Поскакали. Куда, не знаю, куда-нибудь. Можно какого-нибудь оленя выследить, подстрелить. Ну, в общем, вот отсюда уже. Вот давайте на горку поднимемся отсюда. Впереди вид хороший. Вот такая красота. Ух ты, нифига себе, как-то я удачно нашел ракурс. Ну вот, наверное, на этом ракурсе я и закончу этот мой, даже не знаю, влог, не влог, летсплей. Сейчас я, у меня видео уже готово, прямо сейчас я приступлю к загрузке его на свой канал. Вот. Ну, а вечером сегодня
будет стрим по танчикам. Там я тоже кое-что покажу из этой игры. У меня уже записано, вчера еще записал, как я тут охотился на легендарного аллигатора. Если кому интересно из моих зрителей, которые не ходят ко мне на стримы, как я, вот у меня Артур Морган тут со второй попытки убил легендарного аллигатора, приходите в 17:00 в самом начале стрима по танкам. Я покажу эти два небольших ролика у себя на стриме. Все, ребята, всем пока. Всем пока.